Крыму, кстати, тоже очень сильно верят в ВСУ. Что ж, чемодан, вокзал, и так не хочу уезжать из Крыма. Как заявляет ГУР, российское командование на полуострове и оккупационная администрация очень активно продают недвижимость и вывозят свои семьи обратно в Россию. Заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз уже успел прокомментировать данную ситуацию. И, как выразился, майских шашлычков в Крыму точно не будет. Российские бизнесмены временно останавливают свою деятельность на полуострове. Запрос на квартиры упал. После огненных подарков ВСУ идет полная деморализация. Веры в то, что Крым останется навсегда российским, вовсе нет. Эх, а так было по-домашнему.